Уважаемые участники, объявляю заседание детективного агентства открытым. Итак, нашему агенту нужно дело. Что там по происшествиям, агент Ярослав? На данный момент дела почти нет. Есть только одно, но оно очень сложно. Говорите. У соседки тети Гарри пропал кот 2 дня назад. А, ушел пропал, что ли? Я вчера видела тетю Гарри. Она была такой грустной. Ой, блин, жалко ушла. Арина, говори по-деловому, мы же детективы. А, да, это дело очень важно. Вот так-то. Мы должны расследовать это и вернуть кого-то кота по имени Пушок. Вы правы. Надо записать основные данные. Агент Арина, возьмите маркер и зарисуйте происшествие. Есть! Агент Мадина, сначала нам необходимо зайти к тете Гале и опросить ее о коте. Совершенно верно. Агент Арина, план готов? Готов. Отлично, тогда идем к потерпевшей. Не забудьте делать заметки, агент. Для начала нам надо знать его приметы. Ну, у него желтые глазки, черно-белая шерстка, он очень пушистый. Еще у него красный ошейник и отзывается он на кличку Пушок. Все, спасибо. Еще есть что-то? Да вроде бы все. А, ну еще он очень любит ошиваться около мусорки, чертяка такой, и в соседнем подъезде. Хотя там я уже смотрела. Ладно, мы обязательно его найдем. Спасибо, детективы. Ну а теперь попейте чай и наберите сил перед таким важным делом. Пушок, кс-кс-кс. Ну и воняет тут. А ты чего хотела, Пушок, кс-кс? Угораздило же его по мусоркам шататься, кс-кс-кс. Кажется, его тут нет. Запишите это, агент. Есть. Девочки, смотрите, я что-то нашла. Что это? Тут следы кошачьи. Ух ты, агент Арина, зарисуйте след. Есть. Агент Мадина, а откуда мы знаем, что этот след именно Пушка? Ну а чей же? Тем более он куда-то ведет. Давай. Уважаемые участники, объявляю заседание детективного агентства открытым. Итак, нашему агенту нужно дело. Что там по происшествиям, агент Ярослав? На данный момент дела почти нет. Есть только одно, но оно очень сложно. Говорите. У соседки тети Гарри пропал кот 2 дня назад. А, Пушок пропал, что ли? Я вчера видела тетю Гарри. Она была такой грустной. Ой, блин, жалко Пушка. Арина, говори по-деловому, мы же детективы. А, да, это дело очень важно. Вот так-то. Мы должны расследовать это и вернуть кого-то кота по имени Пушок. Вы правы. Надо записать основные данные. Агент Таина, возьмите маркер и зарисуйте происшествие. Есть! Агент Мадина, сначала нам необходимо зайти к тете Гале и опросить ее о коте. Совершенно верно. Агент Арина, план готов? Готов! Отлично, тогда идем к потерпевшей. Не забудьте делать заметки, агент. Для начала нам надо знать его приметы. Ну, у него желтые глазки, черно-белая шерстка, он очень пушистый. Еще у него красный ошейник и отзывается он на кличку Пушок. Все, спасибо. Еще есть что-то? Да вроде бы все. А, ну еще он очень любит ошиваться около мусорки, чертяка такой, и в соседнем подъезде. Хотя там я уже смотрела. Ладно, мы обязательно его найдем. Спасибо, детективы. Ну а теперь попейте чай и наберите сил перед таким важным делом. Ты кот? Да, нашли его. Но это не Пушок. Как не Пушок? Пушок уже дома. Он пришел почти сразу, куда вы ушли. А это тогда кто?
Я не знаю. Но спасибо за старание. В конце концов, вы все-таки нашли кота. Ага, ладно, до свидания. Пока, детективы.